Приветствую всех на своем канале, с вами Маркел Борис. Итак, сегодня разговор «Пусть говорят». Так о чем я? Я о том, что люди, начиная свой бизнес в интернете, начинают бояться того, что о них будут говорить. А что в этом плохого? То, что вы будете зарабатывать в интернете больше своего соседа или больше своего родственника, который ходит на работу 40 лет, разве это плохо? Разве плохо, если вы научитесь зарабатывать, допустим, первоначально $100 в день? Что в этом плохого? Пусть говорят про вас. Чем больше про вас говорят, тем больше о вас узнают. Они узнают, что есть такой человек, который раньше вот они с вами дружили, и теперь этот человек зарабатывает больше их во много раз. Пусть говорят. Что в этом плохого? Задумайтесь, дорогие товарищи. А если вы хотите научиться зарабатывать от $100 в день, регистрируйтесь по ссылке, которая будет под этим видео. На этом заканчиваю. И пусть говорят, что я зарабатываю от $100 в день. Понравилось мое видео? Обязательно поделитесь в соцсетях.